Девочки, всем чудесного дня. Вышла немножко пройтись по саду, посмотреть, что у меня здесь в кашпо. Высаживала розы, вот проверяю, как они себя чувствуют. Здесь у меня красавица Версайни. Растет уже третий сезон в этом кашпо 90-литровом. И вот здесь вот еще одна Версайни, но малышка. Она на годик младше, даже нет, на два годика младше. Вот сюда я пересадила свою розу Пича Валанж, потому что она у меня очень плохо перезимовала. Все побеги были вырезаны под ноль, и я аккуратно ее выкопала, пересадила в вот такой вот, насколько там оно, на 80, на 90 литров кашпо. Вот она пошла хорошо, слава богу. Здесь роза Крокс Роуз. Посмотрите, как она вымахала за лето. А ведь она была вырезана в ноль. Вот просто в ноль. Вот посмотрите. Она была вырезана очень-очень сильно. Один побег из 5 или 6 оставался. От него тоже пошли новые побеги. И она дала еще новые базальные. Ну, штуки 3-4, наверное, дала еще. Ну, посмотрите, как она распушилась. Она у меня какие-то побеги в ноль были, а какие-то вот буквально на уровне 50 сантиметров. Один, по-моему, вот на уровне 50-70 сантиметров. Лысый, голый, вообще без почек. Думаю, господи, что там проснется. Ну, вот как видите, да, как видите. И она вот цветет и отцветает. Вот это вот я все буду краешки убирать. Вот, а рядом с ней еще роза Эльф, которую тоже практически в ноль вырезала. Вот такой вот у меня здесь уголок белый, с белыми плетистыми кашпо, вот с тем белым, видите. Ну так, освежает, конечно, освежает этот уголочек. И здесь же роза Джардина, которую я хочу выкопать, но это, наверное, весной. Она у меня однократного цветения. А мне все-таки хочется, чтобы роза цвела хотя бы двукратно, ну, как-то повторно, чтобы цвела, потому что, ну, однократное цветение, но она вот только однократно, хотя я ее тоже в ноль вырезала, она у меня была очень сильно подмерзшая, и вот она, видите, 4 новых базальных побега дала эта роза. В общем, я, конечно, думаю, есть на ее место розы, которые бы я бы высадила из горшечного садика, они там томятся в горшках. Ну вот пока думаю, ну Версайни вот радуют. Такие вот небольшие новости. Здесь клематисы, видите, как они при отцветании такие хорошенькие клематис. Ну этот клематис очень мощный, он у меня рядом с розой Фальстаф. Фальстаф тоже вырезала, но она вот тоже пошла, цвела, правда, она не очень хорошо в этом сезоне, потому что обмерзла и вот обрезанная была. Но вот многие розы в этом сезоне после зимы были сильно обрезаны. Очень многие. Ну, и практически все, в общем-то, восстановились. Вот посмотрите, Perennial Blue, как она и туда, и сюда, во все стороны. 4 метра, это как минимум. А в высоту 2,5. И то я ее там подрезаю, чтобы она выше не росла и туда к соседям не шла. Рядом Омаш Абарбары, 2 розочки, и Кармен Вюрт. Ну, в общем, там будет у меня прудик. Вот жду пленку, когда придет, будем мы оборудовать, обустраивать, облагораживать прудик. Всем доброго дня, девочки. Сегодня 22 сентября. И хорошего вам воскресенья.